Все началось. Тихо, не палимся. Не палимся. Давай. Привет! Тихо! Я спрячусь. Поехали, пацаны. Все. Всем привет, это The Bootleggers. Мы наконец-то все в сборе для проведения конкурса на розыгрыш 10 тысяч рублей. Сертификата, который вы сможете потратить у нас на все, что угодно. Можно купить ботинки, можно подстричься. Здесь все. Здесь Макс, Фил. Hey! Привет. Никита, Стас, да. Вот, мы собрались специально все, чтобы разыграть с вами этот сертификатик. Большое спасибо за огромное количество теплых пожеланий к нашему дню рождения. Мы все читаем, все видим. Очень благодарны за все теплые слова. Действительно, в апреле стало теплее только от ваших слов. У нас есть бандана, вот, кстати. Друзья, ну, прежде чем начать розыгрыш, мы хотели сказать, что завтра у The Bootleggers, естественно, день рождения, нам 2 года. Мы всех ждем завтра к нам в гости. У нас 15% скидки на все, на стрижки, на одежду и обувь. Так что я не слишком воспаляю. Нормально. Я думаю, что на Нибелон зря. Ну, на New Balance, ну, блин, ну, да, тяжело. Уже все, ты же сказал 15%. Ладно, 15% завтра, вторник, 19 апреля, запомните, приходите обязательно. Макс, ну, обязательно. А как же? Приходите со своим, короче. У нас же днюха, вы должны проставляться. Нет, проставляемся мы, почему? А знаете, кто в этом фильме? Вот. Из этих, из Мстителей Локи. Ну, окей, ладно, все, начинаем розыгрыш. Уже наконец-то, да. Я, кстати, не получится нормально склеить, там музня на заднем фоне, так-то не стопается. Там всем привет, Перископия. Да. Там никого нет пока. Там никого нет. Все, расходим. Давайте сделаем так, что сначала мы разыграем третье место. От третьего к первому, потом да. Второе, да. Потом да. Первое. Так будет правильно. Нагнетаем обстановку, ребят, нормальная тема. А то самое сладкое на первое, ну, неинтересно. Потом приходит. Прикинь, как расстроятся те, кто первый выиграл. Да. Ну, что-то пока. Ладно, все, давай. Посерьезки тут все. У нас действительно очень много участников. Это 552 человека сделали репост. О, не-не-не, все подгрузилось, не переживай. И, в принципе, сейчас сразу же мы выбираем победителя. Это розыгрыш рюкзака Дикис. Костя, привет. Салам, Костя. Директор Дикис. Да. Директор Дикис. Выбираем победителя, и обладателем рюкзака у нас становится Артем Кольт. Артем Кольт из Хоми, я вижу, барбершоп. Знакомые наши ребята. Отлично, давай откроем Артема в отдельной вкладочке. Так. Не, ну, репостик есть, конечно, что-то. Здесь даже с днем рождения есть. Да, happy birthday. Молодец. Нормальная тема. Так, давай следующий розыгрыш у нас... Кэнгл. Не абы что. Панама Кэбгл. Вперед. Кэбгл. Панама Кегля. Панама Кэнгл достается у нас... Воу. Миле Орловой. Давайте проверим аккаунт. Да, вдруг это какой-нибудь парень. Ё-моё. Сделали Мила репост. Подруга тоже нашего знакомого. Мне кажется, у вас все куплено. Ну да, нет, репост есть, все. Репост есть. Все по-честному. Слушайте, ну давайте помолимся, что это первый... Это сертификат, это 10 тысяч рублей, это не абы что. Врубай обезьяну, да. Барабанная дробь, обезьяны. Ну, врубай обезьяну, все. Спасибо, манки. Давай. И 10 тысяч рублей, сертификат на 10 тысяч рублей в Bootleggers выигрывает у нас Богдан Литинский. Поздравляем Богдана. Арагон! Богдан сделал репост, молодцом. Все отлично.
А что, давай разыграем еще что-нибудь, давай. Стрижку, стрижку, бесплатную стрижку. Да, а что, не, ну а что, как бы? Да. Почему нет, да. Да. Бесплатная стрижка от The Bootleggers, от Цирюльни The Bootleggers. Она ж не так называется. Разыгрываем, да. Да и пофиг. Теперь будет Bootleggers. Сейчас мы пол магазина нафиг разыграем все. И даже стену, да. Друзья, сделали небольшой бонус еще для вас. Все-таки хочется больше подарков подарить. Будет... Бесплатная стрижка от лучших мастеров. Можно пивас еще разыграть. Кстати. Да, бутылку Кальберга. Да. Отпитом от Макса Мрясова. Не, погоди, у нас подожди, же... у нас есть куртка. Тихо, у нас мужская парикмахерская, значит, Парик. Девушки, извините, мужчина так-то. Артем Черноус выигрывает бесплатную стрижку. Смотрю, Артем-то уже подстрижен. Да не... Да ты пьян. Не-не, тормозите, ребят. Все, репост есть. 41 минут назад был. Да похер. Давайте разыграем. Наклейку маску. Давайте плейбой разыграем у нас. Нет. Да, плейбой. Один. У нас их мало. Нет. Один плейбой. Апрельский плейбой. Разыгрываем. Прекрасная девушка апрельская. Вот это. Разыгрываем. Разыгрываем плейбой. И плейбой достается... 69-го, по-моему, года. Плейбой достается... Егору Юматову. Егор, приходи за своим плейбоем. Со своим плейбоем. И со своим, и за своим. Не, я тебе что хотел сказать, все время, пока ты меня перебивал, надо куртку разыграть, которую Гальцев мерил, ёпт. Кто же у нас выиграл плейбой? Плейбой выиграл Артем Юматов. И какой Артем? Егор его зовут. А, Егор Юматов. А, ну и ладно, все. Егор уже. Сделать, выкинуть это все там барберов. Да, парни, уже пол 11, спать пора. Там звукозаписывающую студию сделать.